По дороге на море на трассе М4 обходы Ростова и Аксая открыты. Все мы об этом уже знаем. Так же, как и цену за проезд по этим участкам в 300 рублей. В чатах разгорелась бурная дискуссия по вопросу, а не дорого ли это. Давайте разберемся. Для начала откроем карту и посмотрим. До открытия мы знали, что обход Аксая располагается вот в этих границах, и длина его 35 километров. И развилки на платную и бесплатную дорогу находятся именно в этих точках. Но формально автодор считает платным участок поворота на аэропорт Платов до въезда на следующий платный участок. Соответственно, длина платного участка составит 67 километров. Официальные тарифы автодор я перевел в Excel, чтобы посчитать стоимость проезда 1 километра на всех 15 платных участках. На всех участках она разная, но в среднем составляет 3 рубля 20 копеек за 1 километр. При этом на обходе Аксая она составляет 4,50, а на обходе Краснодара 5,90. А если на обходе Аксая брать его фактическую длину 35 километров, как это есть на самом деле, то стоимость проезда по обходу Аксая составляет 8,60 за каждый километр. То есть почти в 3 раза больше, чем средний от Москвы до Краснодара. А что вы думаете на эту тему? Все актуальные новости о трассе М4 вы можете увидеть на моем канале в коротких видео. Лайк, подписка и будешь в курсе.